Всем здорова, братва! С вами по-прежнему Кофе Алекс Фокс, и сегодня мы снова будем открывать новые кейсы в CSGO! Хей, братишки! И, ребятки, сегодня мы реально сидели очень долго, думали, чем же нам сегодня таким заняться и что же сегодня такое скрафтить. И нас осенило! Почему бы нам просто не открыть 50 новых ключиков и кейсиков? Да, мы сначала хотели что-то скрафтить, мы, правда, не знали, что, мы долго сидели, думали, но потом бац, и мы решили сделать это! Я, ребятки, реально очень сильно надеюсь, что нам сегодня повезет, так же, как это было пару серий назад. Сань, ну ты помнишь, да? Тебе сейчас ножик как будто выпадет. Не, ну, когда у нас 50 кейсов, ребятки, нам нужно открывать эти кейсы вот примерно вот как-то вот так вот. То есть мы открываем, закрываем, открываем, закрываем. Какая неожиданная синька. Давай сейчас встретим. Чувствую, ребятки, после того, что было пару серий назад, сегодня нас ждет только синева. Реально, прикинь, нам будет сегодня. Не, Саня, прикинь, реально, у нас будет 50 синевы сегодня, а? Как ты относишься к такому? Синий инвентарь. Ай-ай. Мне кажется, мы сейчас опять начнем ломать просто по дикому КС-ку, ребятки, потому что реально только такими махинациями можно сломать КС. Просто так, чтобы она даже не запускалась. Смотри, уже 5 синих, мы можем сделать контракт. О-о-о, и укус изумрудного яда, нормально. Первая не синева. Смотри, сейчас будет тайна. Нет. Блин. Ладно, давай. Вангуй, Синька. Давай. Синька. Давай. А, Татрэк, где? Саня, ты не угадал, ты не уточнил, это давай, совершенно раз, другое. Давай, вторая попытка. Нет, теперь давай. Моя, не, по очереди, а, по очереди, смотри. Засекреченная. Блин, снова тот же самый судак это. Тут... Давай, судак. Саня. Судак, мудак. Давай, давай, думай, что сейчас будет, Давай, открути. Давай, Синька. Ладно, получилось. Ребятки, кстати, у нас есть такая идея, я помню, что уже мы рассказывали вам про нее, но мы хотели это реально реализовать как можно быстрее, но получится, походу, только на следующей неделе. В общем, на следующей неделе мы сделаем такую тему. Мы будем открывать параллельно кейсы сразу с двух аккаунтов. Я буду открывать, и открывать будет Саня. И мы сравним, откуда же все-таки выпадет дроп, с старого аккаунта или же с нового. Вот, поэтому, если вы этого ждете, то ставьте много пальчиков вверх. А также, ребятки, напоминаю вам о том, что сейчас в группе у нас идет конкурс на очень даже крутой и красивый ножик зуб тигра. Как он там называется, я забыл. А, ну хороший вопрос. Ну хороший вопрос, а давайте мы лучше его просто покажем. Сейчас я вам скажу точнее, это будет нож с лезвием крюком. Да, нож с лезвием крюком зуб тигра прямо с завода качества. Поэтому, ребятки, переходим в группу ВКонтакте и принимаем там участие. Все очень просто. Давайте, ребят, быстрее, осталось совсем немного. Все очень просто. Так, а где? Подожди. А, все, я понял. У вас просто, ребят, есть шанс. Разыгрывать, ребятки, этот ножик мы будем уже на этих выходных, поэтому я вам говорю, поторопитесь. А точнее завтра. А, ну да, кстати, ребятки, напоминаю для тех, может быть, кого не знал, но завтра у меня день рождения. На прям на день рождения, получается, не Олежа. Я, кстати, знаешь, что хочу? Знаешь, Сань, что я хочу? Я хочу открыть завтра именно кейсы, как бы, да, и посмотреть, может быть, Киев реально что-нибудь подарит на день рождения. Хотя он так уже подарил, как бы, да, нам два ножа, но это А может, завтра и замутим эту тему? Ну, ладно, не, ну завтра, ну посмотрим, ребятки, посмотрим, как бы, не будем наперед так говорить. А то, кто знает, что вообще на моем аккаунте крути, у меня выпадает ножик. Угу, конечно. А ты его неделю не сможешь забрать. Блин, застрань. Чё, куда? Что, подожди, что это было? Ясно. Ты посмотри, реально, только одна синева летит, одна синева. А мы можем эту синьку превратить в филол. Сань, ты понимаешь, нам выпало за все это время только одна запрещенка. Только одна. Давай, я, конечно, понимаю, что впереди еще много кейсов. Не да, сыпь компот, не делай пенки, погнали. Что? Что ты сказал? Ребят, просто это топовая фраза от Александра Быстриченко. Не сыпь, Маруся, сам боюсь. Просто это, знаешь, это... Не сыпь в муку, не делай цитата пенки. Цитата великих людей. Пыли, точнее. Сколько? Цитата вот, ребят, просто давайте я вам покажу, сколько у меня... Фокс, адвокат, смотри, 17-й. Сань, я просто хочу показать. Смотри, сколько у меня этих дитертыгов. Ну, вот посмотри, давай, вот коллекция. Вот посмотри, сколько у меня их. Вот посмотри, сейчас. У меня... Вот, они начинаются. Смотри, как у меня их много, а. Это, знаешь, это... Капец, просто, нафига знаешь, мне их так много? Как дигл называется, ну? Пламя? Не, какой? Не, вот этот, как он называется? Там осадочное или что там было написано? Короче, такое ощущение, это пламя. Надо их было назвать «Не сдержался». Первая, а вторая, ребята, не синего, круто! Почему не сдержался? Там еще и следующее. Чего, Саня, я не понял, что ты понял? Надо его было назвать «Не сдержался». Ну да, да, понял. Понял, да? Да. Ой, шуточки за 300 пошли, ой, мамочки, держи меня. Шутка от Алекса Фокса, пока 17-й, ты видел, как там что-то тайное стало частенько пролетать, да? Юспецкий, Юспецкий был, Юспецкий. Там сначала калаш, потом Юспецкий, а сейчас бац, ножик, смотри, сейчас, давай. Зыбь! Давай еще раз, Сань, попробуем, смотри. Вот сейчас еще раз, смотри.
блин, дай открыть этот кейс. Смотри, ножик. Да ёбер. Это вихрь джунглей, Сань, ты ошибаешься. А я хочу зыбер. Капец, у нас этих кейсов еще там открывать и открывать. Такой рассказываешь, а у меня по 250 зыби. Опять, сколько? Ребят, я реально очень сильно хочу потом в конце этой серии посчитать, сколько дезертыгов мы этих сегодня выбили. Потому что их реально у меня, я уже собираю... И сделаем из них контракт. Но я не думаю, что будет... третья подъехала, смотри, Сань, подъехала. Смотри, какая неожиданность, нас удивляют и удивляют. Да, слушай, ну, прям как бы тебе так два ножа. Смотри. Нормально так, слушай. Смотри, сейчас опять будет... Смотри. Блин, Калька, ну куда ты пролетела? Ты должна была в не очереди другое залететь. Ну, ёма. А ты пролетела. Ладно, открываем дальше, смотри. И выпадает. Хорошечно. Сколько вы стоите, дорогая АВП, после полевых испытаний? Ну-ка, сколько вы стоите? Я знаю то, что... Нет, не знаю, я не помню. У меня была просто АВП... Ясно. Если обновить... Сейчас бы Steam лёг. Короче, не посмотрим, ребятки, походу, сколько она стоит, но вот... Я думаю, рублей 500-600 она точно стоит. 500 рублей 600 она точно стоит, поэтому нормально. Да нет, 304. Ясно. А вот тебе Агорн войны. Войны. Ясно. Я, ребятки, реально надеюсь на то, что вы сегодня поставите много пальчиков вверх, потому что эта серия реально очень дорогая. Одни только кейсы, именно 50 кейсов, стоит очень-очень дорого. Реально очень дорого. Дорогая... Выпадает не синева. Смотри, сайт поношен. Ну нормально так-то. Статрек, ну, это нормально, я думаю, синева. Нормально. Ну, учитывая еще то, что это статрек. Это горжусь, Саня, горжусь этим, как. Ты должен гордиться мной. Там калаш, кстати, пролетел. Еще! Ёшики! Ты, походу, из них можешь уже контракт хороший сделать. Наверное. Maybe, I don't know. Так, hey, дальше. Maybe. Посмотри, какая попёрло, попёрло, немного поношено. Сейчас остался, давай, сейчас тайны должно быть. Давай, сейчас тайны, так же два раза. Смотри, Сань, так же два тайны выбиваем и потом ножик. Блин, нет. Дидертыгл снова не туда вклинился. А, кстати, когда мы открывали в прошлый раз, не было тайного. Вроде. Вот тайн, ну блин, это пролетел. Уже третий или четвертый раз пролетает за сегодняшнюю серию. Ребят, давайте, вот смотрите, один лайк прибавляет наши шансы на выпадение крутого дропа. В смысле не хватает? Ой, господи. Инвентарь нажми. Вот так. А, ну ладно, можешь так сделать. У нас такие же баги и лаги были в прошлой серии, когда мы открывали много-много кейсов. Надо было ускорить КС-ку. Да, кстати, в прошлый раз мы тоже об этом говорили, но что-то мы забыли снова про это. Да мы и так вроде бы быстро открываем, как бы, поэтому нормально. Я подожди, ты так открываешь. Сколько у тебя этих АВП? 3 АВП, ребят, что? Ты смотришь, знаешь, сразу трех рук. У тебя 3 руки, надеюсь. Качество, можно, пожалуйста? Можете мне отдать мой АВП? Где она? Можете сказать, пожалуйста? Просто, после полевых, немного поношено, после полевых. Это, знаешь, в две руки и в ногу одну, и все, и вот так вот. Так, скар 20-й. Блин, ну слушай, 3 АВП, конечно, выбить, ребятки, это жестко. Ну на этой коллекции мне реально фартит, прям способен. Смотри. Убрать даже всю ту синеву, которую нам выпадала, как бы реально везёт. Кстати, везёт. Тебе также из перчаточных везло. Да, 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 вот про что я и говорю. Когда знаешь, ты начинаешь открывать именно... Нет, давай с кейс. Вот знаешь, давай, вот когда вот ты вот начинаешь как-то открывать новую коллекцию, там реально как-то начинает фартить. До хрена, когда берешь. Да, а потом уже всё. 50, 100. Можешь как-нибудь открыть там 3000 кейсов. А чё кнопка не нажимается? Чё? Кнопка не нажимается. Нажми на монитор. Может, подожди, я сенсорный умный. Может, вот теперь нажимается. Так, 5-7, капилляры. Капиллярки. У нас, кстати, осталось совсем немножко. Осталось всего лишь 5 нервов. Кейсов. Санёк, 5 кейсов осталось. Что делать будем, а? 5-7. Будем смотреть на капилляры. Смотри, сейчас нам выпадает 5-7. Ладно, не угадал. Горн войны. И у нас остается 3 ключа и 3 кейса. И снова у нас лагает КС-ка. Мы сломали КС-ку. Так, сейчас нам выпадает нож. Блин. Кстати, сегодня мы даже, по-моему, ни разу не говорили про нож. Да? Да. Ты сейчас говоришь про нож. Ну сейчас-то ладно, а до этого... О, смотри, надо купить. В смысле, типа не хватило? Да, походу ладно. Ты не закупился на один кейс. И ну всякое случается, ребят. И отсюда ребят. Нам выпадает синева. И отсюда нам выпадает АВП. Ну это...
Ну, это было близко. Снайпера. Это было близко, ребятки. В общем, смотрите, мы открыли сегодня снова 50 кейсов. И что мы сегодня получили? Вот так, подожди, мне кажется, это не все, что мы сегодня получили. Подожди. Снова залагало это, вот. Ну, 3 АВП, это, конечно, круто, я не спорю. Ну, все, что остальное на выкупу. Нет, Сань, это очень будет долго, это очень будет муторно. Поэтому, ребятки, мы переходим дальше. Ну, а сегодня, друзья, мы будем открывать кейсы на сайте forstrom.net. И у нас сегодня на балансе 3049 рублей 60 копеек. И, Саня, что мы будем открывать сначала? АВП. Так, сразу, ну ладно, хорошо. А ты что думал, думаешь, тебе скажут что-то другое? Нет, ну, сука, блин, АВП. Сань, ладно, все, хорошо, откроем случайно АВП кейс, из которого мы сейчас получаем... Солнце в знаке льва. Ну, это, конечно, неплохо, круто, это если бы доехало до змеиной кожи, но, ребятки, братан, мы ну получаем... Братан, это неплохо, братан. Да, это неплохо, учитывая тот факт, что мы братан. Ушли в минус буквально на 50 рублей. Это еще не давай самое худшее, N4, что могло произойти. Давай. Нам выпадает вой. Ты так уверен в этом? Сань, я бы, конечно, вот, ну, хотел бы, знаешь, чтобы так все и произошло. Я, конечно, тебе верю. Но нам выпадает эмочка. Хорошо, хорошо, хорошо. Что 500? Так, смотри, как будто... О, нож кому-то выпал. Ну, откуда? Лёхин, нормально, слушай, нормально. Ну, я думаю... Давай по ютуберам пройдемся. Давай, давай, можно. Давай, первый открывай, варпак. Итак, давайте сейчас даже некое такое испытание. Что же, кто нам даст... Что? Драгонор кому-то выпал, а на Максима выпал. А там Драгонор. Нажми на аккаунт, нажми на аккаунт. Подожди, стой, где он? Нажми на аккаунт. Подожди. Пацану не везло и выпал Драгонор. Как я ж подавился. Просто посмотри, как он долго пытался открывать. Он пытался его выбить. Сколько ВП кейсов он открыл. Он пытался сделать, он походу видел, что на боте есть. Наверное. Тупо сейчас крутил, крутил. Почему АВП, мы не можем нажать всё? Вот на эту кнопочку забрать? Почему? Охренеть. Кому так сука. Повезло? Кому? А подожди, жесть. А ты что, наклейки доступны или что? Я не знаю, мы обычно фигурка, заходим, смотри, они здесь фигурка не доступны. Какая-то идет. Ну сейчас посмотрим, подожди, сейчас посмотрим. Ну, наклейки доступны. Ясно, керампит пролетел, USB-сыворотка зад. Нормально, слушай, нормально. Да, на да, 8 рублей наклеечки доступны также, слушай. Давай наклеечки, будет... наклеечки. А, ладно. Вот дальше шуморкинг здесь откроем и пойдем по наклеечкам дальше. А, твой не будем, давай не позори, чтобы ты не позорился. Ага, конечно, конечно. Смотри, Сань, спорим мы сейчас от... Блин, а прикинь бы статрек графит выпал бы, а? А это, Сань, ну такое, понимаешь, говнецо. Ты так его не давай вот мой кейс откроем. Ножик кому-то опять выпал. Кому-то опять. Ножик выпал, да вы из Кирюхиного кейса. У Кирюши. Так, смотри, сейчас просто мой кейс дает самый дорогой дроп. Я прям тебе вангую, Сань, смотри. Я прям вангую и... А, ну... Так, какого качества? Это неплохо, кстати, блин! Я хотел тебе сказать. Ладно, неплохо, ну, Сань, смотри, мы не ушли в минус, заметь, мы не ушли в минус. Мы купились на 51 рубль, это даже хорошо. А теперь, как давно мы не открывали эти наклейки? И нам выпадает свэк. Прикол в том, что тут может выпасть нам наклейка либо вой, либо корона, либо еще что-то. Вроде была наклейка вой, да? Да, но у меня она на эмке вой. Нет, дешево, Сань, это дешевое, это дешевое. Даже если они розовые, Сань, ты сразу не это, так сильно не радуйся. Смотри, ясно, вой, до свидания. И нам прилетает сейчас... Нет, тоже говнецо, Сань. Давай чисто третий раз напоследок откроем. Может быть, повезет, а может быть и нет. Вой, снова корона пролетает. Ага, охотник за головами пролетает. 66 рублей. Да ширак. Так, давай теперь, я думаю, надо открывать, Саня, тайны. А то что-то как-то мы вроде уходим в плюс или нет, ну вот непонятно. А ты, кстати, пушки продаешь или я не в курсе? Нет, ну а ВП Азимов я пока что оставил. А, я думаю, что у нас с балансом что-то не так. Ясно. Понятно. Нам выпадает сейчас самый крутой дроп. Давай, и сейчас нам выпадает второй драгонор, которого нет на боте. Она вот выпадет. Все. Что с тобой? Ну почему? Ну почему? Он что, пролетел? Ребят, что за фигня? У вас недостаточно средств. Давайте откроем засекреченную тогда. Думаешь, нам повезет? Я не знаю, Сань, вот к чему прикол, понимаешь? Нам в КС-ке сегодня повезло, на сайте не повезло сегодня. Чё за приколы такие? Ну, должно повезти, я верю. Не, нам как бы Азимов выпал, это чё, это же неплохо. А вот неглубокое мотиво. Да, Сань, окей, выпал нам Азимов, но мы-то давай в минусе. Мы можем, давай кейс, мы можем кейс продать. Не, не, а, о, подожди, у тебя. Мы можем что продать сыворотку, Азимов. Сыворотку продать. Давай реально сначала, давай нет, давай продадим Азимов и будем открывать тайны. А и сыворотку тоже, и тоже ты её. Ты чё, прикалываешься? Всё, идём ва-банк, ты Сань, всё, идём ва-банк, всё. Всё, Сань, идём ва-банк, давай, давай. Я верю, полезно. Что мы можем. Я бы сказал на дед другое слово, но не скажу. Ну ладно, как хочешь. Опа!
Па-па-па-па-па-па! Я забираю свои слова назад, и это ножик. Это ножевой кейс, ребята. Это ножевой кейс. Так, братан. Разминули ручки. Так. Ножки, ручки. Ножки выпрямили, все сделали, все, разомнули, косточки потрясли. Да. И теперь, ребятки, мы открываем свой челленджевой кейс за 7000 рублей. И нам попадают волны, и мы уходим счастливые и радостные. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Сколько стоит? Блин, нет, но у нас есть еще одна возможность открыть еще один живой кейс. Давай. 564 рубля осталось. И капец, капец, я так волнуюсь, Сань, сейчас. Я надеюсь, сейчас реально повезет. Давай. Ну. То же самый нож, блин! Опять он, походу, на боте он один. Подожди. Нам хватает. Не хватает. Ну что же ты будешь делать? Ладно, на самом деле, ребятки, мы так сегодня... Мы окупились. Да, мы сегодня давай и так вошли в плюс. Давай, может быть, вот засекреченное откроем. На сдачу откроем. Ага, конечно. Вот, отлично, сдача. Вот, нам на самом деле сегодня нужно радоваться, потому что... Нет, Сань, потому что мы и так сегодня окупились, как бы нам выпал ножик, и мы ушли в плюс где-то сегодня в два раза. Поэтому это хорошо, и это очень даже круто. Нам еще хватает открыть. Давай один последний откроем. Ну, чтобы выпить, забер. Нет, Сань, не надо, зачем? И нам выпадает новое скоростное зверь. Говнецо, да, чтобы сказать, забираем. Так, ладно, смотри, я предлагаю, ладно, напоследок открываем просто последний запрещенный кейс, и, ребятки, на этом сегодня будет все. Итак, давай, Дигл Пламя. Дигл Пламя, там себя насмешал. Стартрек USB страж, который стоит 233 рубля. В общем, ребятки, я надеюсь, вам эта серия понравилась. Вот такой вот прекрасный ножик мы сегодня получили. Вот. От Филиппина. Так, там, стоп, подожди. А, чё, подожди. Это бог червей. А, блин, я что-то думаю, еще один драгонож, что ли, выпал. В общем, ребятки, я надеюсь, вам эта серия понравилась. Ну, а с вами были, как всегда, Кофи и Алекс Фокс. Не забывайте подписываться на наш канал, оставить много пальчиков вверх. Ну, а на сегодня все. Всем пока-пока. Покусики, ребят.